На пути Русичей много, на пути Русичей Дикое поле было много ориентиров. В первую очередь это были реки, но были и другие ориентиры. Мы уже произносили слова из знаменитого слова полку Игоря: «У русской земли уже за Шеломянем еси». Это место сейчас перед нами. Шеломя – это гряда холмов. Несомненно, меловые горы, нависшие здесь над Донцом, были теми шеломами, не заметить которых и пройти мимо было невозможно. Вот такими же холмами, как мы видим сейчас, были они и в XII веке. Однако тогда не было этого монастыря. А мы с вами в путешествии в Дикое поле на край света.